Парк «Аврора» находится практически напротив знаменитого авторынка на рынке на бульваре Перова. Почему называется «Аврора»? Вот прямо мы видим, здесь сейчас находится торговый центр «Квадрат». Когда-то давно, в советские и постсоветские времена, здесь находился кинотеатр «Аврора». Кинотеатр «Аврора» давно снесли, вместо него построили торговый центр «Квадрат», но парк «Аврора» к этому месту так и прикрепилось. Парк небольшой, местного значения. Есть, вот мы видели вначале пару кафешек таких небольших. А дальше находится детская площадка, да, спортивная площадка. Есть туалеты, что немаловажно. Парк прошел реконструкцию недавно, вот детская площадка есть. Ну и в центре парка находится бювет, где можно, в принципе, набрать чистой воды. Такая арка небольшая, дерево влюбленных, где молодожены прикрепляют сюда свои замки влюбленных. Красная центральная лейка, есть вот такая вот альпийская зона, красивая, да. И рядом находится ресторан Green Garden. Ну, а вот в конце парка находится церковь, как она, адвентистов седьмого дня. Такое красочное здание современной постройки. По территории парка, ну, таких вот скамеек очень много пораскидано, довольно-таки большое количество. И, что самое интересное, вот с левой стороны, как мы видим, сотрудники специальных служб, да, которые ухаживают, в принципе, за насаждениями. То есть парк поддерживается, его поддерживают, ну, в таком вот красивом состоянии. То есть ухаживают за различными здесь посадками. Также здесь есть фонтан, но, к сожалению, время моего визита он не работал. Итак, парк «Аврора».